В Ульяновском парке Победы прошел первый международный фестиваль «За мир и дружбу». Его цель – показать многообразие нашего многонационального региона и продемонстрировать, что Ульяновская область – территория взаимопонимания и гостеприимства. По центрального входа мы пошли большим многонациональным шествием с флагами, с табличками. И, в общем, сюда уже, когда пришли к сцене, то закружили в большой многонациональный хоровод. Не меньше 3000 человек точно здесь у нас побывало за время фестиваля. Здесь у нас около 10 национальностей. Помимо национальностей, которые традиционно проживают в Поволжье, были представлены и другие народы. Например, таджикская автономия была готова буквально с рук кормить всех желающих сладким виноградом и вкуснейшим пловом. Рецепт последнего восточные люди держат в секрете. А студенты из Индии пока дают интервью на английском, но обещают в будущем не стесняться и говорить на русском. Мы привезли свою кухню, национальную одежду. Также всех гостей угостили разными вкусными нашими таджикскими сладостями, пловом, конечно, и все были довольны. Today she performed on a traditional song called Aigiri Nandini. Сегодня она исполняла песню, а еще выступала с национальным танцем. Сегодня была большая культурная программа. И мы не забыли про Александра Пушкина, читали его стихи, правда, на английском. Также всех гостей знакомили со старинными национальными играми, проводили для них мастер-классы. Фестиваль в Парке Победы организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив.